Баскетбольный клуб «Енисей» одержал первую победу на втором групповом этапе Кубка ФИБА. Во дворце спорта имени Ивана Ярыгина красноярские спортсмены сыграли с эстонской командой «Университет» из города Тарту. Встреча получилась очень динамичной, отмечают болельщики. Всю игру наши спортсмены лидировали. Особенно отличились форварды Диджей Кеннеди и Дэл Рой Джеймс, забросившие 19 и 14 мячей в корзину гостя. В итоге «Енисей» победил со счетом 87-68.